сегодня я буду говорить о сути причастия, о смысле причастия. Знаете, тема настолько глубокая, что перечитывая места Библии, я снова углубляюсь в них на как-то такую глубину. Первый текст, который я хочу вам напомнить, апостол Павел говорит: мы проповедуем какого Христа? Распятого. Мы проповедуем. Давайте вместе скажем. 3-4. Мы проповедуем Христа распятого. Христа распятого. Это очень важный принцип жизни. Какого Христа мы проповедуем? Какого Христа вы проповедуете? Причастие – это воспоминание страданий Иисуса Христа. Еще одно очень место, которое меня вдохновляет. Хотите быть сильными и душой, и духом, и телом? Смотрите, какое есть место в послании к евреям. Помыслите о ком? О претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Оказывается, когда мы размышляем об Иисусе, о Его распятии, о Его смерти, это дает нам силу. Есть сила в крови Иисуса Христа. Скажите аминь. И причастие – это воспоминание, может, сейчас для кого-то неожиданно прозвучит, наказание. Это воспоминание наказания, которое Иисус поднес лично за нас. Вы скажете, кто же Его наказал? Кто наказал? Смотрите, еще одно место из пророка Исаии, да? Иисус изъязвлен был за грехи наши и мучил, за беззаконие. Наше наказание кого? Мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Иисус Христос был наказан, сейчас, может, для кого-то только прозвучит рисковато, Богом Отцом наказан за наши грехи. И это мы сегодня будем вспоминать. Почему убили Христа? Ну, мне так говорят, вот люди, они убили Христа. Он был убит людьми или он был наказан Богом? Ну, и то, и другое правильно. Все. Мы, знаете, есть одно такое место на эту тему сильное, послание Колоссиям. Смотрите, как написано. Бог взял его, кого? Иисуса. От среды и кто пригвоздил? И пригвоздил его ко Христу. Кто пригвоздил Иисуса ко Христу? Бог. Вы можете себе представить, Бог Отец пригвоздил Сына Своего Единородного, Единственного, Иисуса Христа, ко Христу. Не слишком ли это жестоко? Жестоко. Вы можете себя представить на месте Отца, который вот что-то подобное делал со своим Сыном? Я не могу. И вот когда я все это слышу, мы читаем это, нам жуть. Нам как, Господи, подожди, а другого плана не было? А как-то по-другому нельзя было это решить? И очень, очень часто или всегда мы жалеем Христа. Мы на причастии поем такие жалостливые песни. Нам вот так жалко. За что ж тебя убили, Иисус? Ну почему ты так страдал? Мы плачем, нам кажется это несправедливым. За что? Некоторые даже, знаете, доходят до того, говорят, мы сами готовы умереть за тебя, Христос, мы бы пошли на крест. И некоторые даже, я видел в интернете, пробивают себе руки гвоздями, реально, чтобы кровь текла. Говорят, я хочу быть как Иисус, я готов пойти на крест. Братья и сестры, если бы Христос не умер, что было бы с нами? Если бы то, о чем мы жалеем, не произошло, если бы наша жалость лишила Иисуса Христа смерти, наверное, мы были бы самыми несчастными людьми на земле. И вот есть одно место, которое как у меня по-новому прозвучало, очень известное, смотрите. «Шло за Иисусом великое множество народа». Это когда он нес крест на Голгофу, он несет крест. И женщины, которые плакали и рыдали о нем. Вот плакали женщины, народ рыдал. Иисус, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские!» Послушайте, первый он сказал другой: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Представьте эту картину. Иисус в крови, народ, женщины вот искренне плакали. Как я сказал, кто-то, наверное, пытался в картине «Иисус». Мне нравится там, есть эта картина, когда какая-то женщина достает платок, вытирает вот эту кровь, ну, там, у нее кровь сочится. Какая-то пытается ему водички дать попить. Вот они жалеют, они плачут. «Иисус, за почему? Зачем ты умираешь?» Но Христос их резко останавливает, говорит: «Стоп, стоп, стоп! Не плачьте обо мне». Братья и сестры, не плачьте об Иисусе в момент причастия. Я хочу специально этот акцент сегодня сделать.
Мы так часто плачем об Иисусе. А плачьте о ком, сказал Иисус? О ком? Плачьте о себе и о детях ваших. Вы когда-нибудь плакали о себе? Не, не когда нам кто-то что-то обидное сделал, когда нам зарплаты лишили, кто-то нам горькое слово сказал. Вы когда-нибудь плакали о себе? Есть хорошая старая евангельская песня, там такие слова: «Кто бы дал мне слезы раскаяния, плакал бы я день и ночь». Кто бы дал мне слезы раскаяния? Я покаялся, когда мне было 15 лет, ну еще вроде как подросток. Я, как любой нормальный подросток, считал, что мужчина плакать не должен. Я так себя держал на руках. Даже когда мне было больно, на улицу там толкнул, я помню, я себе руку так повредил, прям до мяса. Я никогда не плакал. И первые мои настоящие слезы, я не считаю, когда там в детстве, я даже, когда там мы совсем маленькие были, осознанные слезы были слезы покаяния. 1 июля 80-го года я встал на колени перед домом, никого не было, я просто минут 15 просто плакал. Я плакал перед Господом. Братья и сестры, плачьте о себе. Плачьте о себе. Это слезы раскаяния. И некоторые христиане, особенно которые выросли в христианской среде или в христианской семье, это же целая проблема, они никогда не плакали о себе. Они умом понимают все, они знают все слова из Писания, они знают, что Христос умер, но у них не было слез раскаяния, у них не было настоящего покаяния, у них не было вот этого разворота, у них не было обновления. Без слез покаяния о себе не будет прощения. Без слез покаяния о себе не будет духовного возрождения и обновления. Братья и сестры, плачьте о себе. Плачьте о себе. Об этом нам говорит Иисус. И второе, Иисус здесь говорит, плачьте о детях ваших. Вы когда-нибудь плакали о детях ваших? Да. Нет, не тогда, когда они вам что-то обидное делают. Вот когда они вас уже насилуют. Я знаю много таких историй, когда дети, подрастая, бьют своих матерей. Вот реально бьют. Вы представляете, насколько матери может это обидно быть, да? Ну или отцу. Когда тебя твой ребенок, в который ты вкладывал душу и сердце, тут тебя бьет. Или еще как-то издевается, или отнимает пенсию, или еще что-то происходит. Нет, я не об этих слезах, когда мы плачем, не когда нас обидели, а когда они еще лежат поперек лавочки. Вы когда-нибудь плакали о ваших детях? Знаете, мы как родители, мы чего хотим и желаем нашим детям? Мы хотим их накормить, там, вообще сердце записать, на море их свозить, все игрушки им купить. Но мало кто из нас плачет о детях и говорит: Господь, я хочу, чтобы мои дети полюбили тебя всем сердцем. Я хочу, чтобы они научились следовать за тобой. Вот плакали, вот мы в таком смысле о наших детях. Плачьте о себе и о детях ваших, говорит Иисус. Не плачьте обо мне. Не плачьте обо мне, потому что я должен умереть. Я сейчас об этом буду говорить. Плачьте о себе и о детях ваших. Я думаю, в этом большой секрет благословения для каждого из нас лично и для наших семей. Плачьте, не стесняйтесь слез. Я много раз говорил, уже и скажу еще раз. Каждая слезинка, она у Господа на особом счету. Но слезы мужчин, они на особом счету. Я знаю, многие ребята сдерживаются и не плачут. Знаете, я почему говорю о слезах мужчин? Потому что, кстати, кто для нас пример в этом плане? Иисус для нас пример или нет? Иисус плакал? Как минимум два раза мы в Евангелии встречаем. Я думаю, это было чаще. Если Иисус плакал и не стеснялся слез, хотя он знал, что он воскресит Лазаря, но он все равно с его сестрами сидел и плакал. Разделял такой, вот мой сеть представили. Он не так сказал: эй, вы, девчонки, хватит ныть, сейчас я пойду. Не, он не так. Он их обнял, плакал с ними, сидел. И только потом пошел и сделал то, что он хотел сделать. Плачьте. Если льются слезы, если это настоящие слезы, слезы покаяния, слезы обновления, слезы очищения, плачьте о себе и о детях ваших, плачьте за ваши грехи. Потому что если ты не плачешь и не исповедуешь грех, ты не будешь прощен, и ничего в твоей жизни не изменится. И это трагедия для многих христиан, которые с такими немножко окаменелыми сердцами продолжают следовать за Иисусом. Они вроде бы все знают умом, но у их сердце уже давно окаменело и мягкое. Они не плачут. Пусть Господь нас благословит в этом. И смотрите, когда Иисус был с учениками, Он постоянно на протяжении всех своих лет служения говорил им, одни и те же вещи. Я прочитаю сначала этот отрывок, а потом мы просуждаем. Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр,
начал прикословить ему. Будь милостив в себе, Господи! Да не будет этого с тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Христос постоянно говорил ученикам о том, что он будет убит, что его распнут, что он пострадает, что он воскреснет. Такое ощущение, что ученики были слепые. Иногда мне напоминает эту ситуацию в церкви. Вот есть вещи, которые мы проповедуем, учим, все вроде головой кивают, но как будто тут закрыты наши духовные глаза, и мы ничего не видим, не слышим, не понимаем. И вот Петр однажды, у него же было искреннее намерение, он отозвал Иисуса в сторону и говорит: Господи, ну подожди, ну смилуйся над собой, ну хватит! Ну чего ты себя терзаешь? Да не будет с тобой этого! И он, наверное, ожидал, что Иисус скажет аминь. А Иисус не сказал аминь, что он с этим согласен. Иисус сказал, резко повернулся к нему и говорит: отойди от меня, сатана. Подожди, Господи, я Петр. Нет, отойди от меня, сатана, ты меня соблазняешь. У Иисуса был план, и он знал цель своего прихода. Он понимал, что он родился, помните, я проповедовал в прошлый раз, что вы? Он родился, чтобы умереть. И когда он им говорил о смерти, о страданиях, о кресте, о Голгофе, о воскресении, Иисус знал план. И поэтому иногда мы, когда вот так вот вроде как хотим милость оказать, знаете, это не только касательно Иисуса, иногда и вот людей мы говорим. Вот иногда какой-то приходит, ну, брат или сестра нам говорит, у меня есть, ну, какое-то призвание, откровение. И мы говорим, ну, или человек вот в переживаниях, может быть, в болезни находится смертельной, и мы начинаем утешать, да не будет с тобой этого, да ладно, как ему все обойдется, братья и сестры. Конечно, слава Богу, что мы так не говорим, отойди от меня, сатана. Но, я что хочу сказать, мы должны быть послушны тому плану, который есть в жизни каждого из нас, той миссии, которую Бог нам определил, понимаете? И иногда, я сейчас, может быть, кого-то расстрою, мы умрем молодыми. Кто-то из нас пострадает реально за Христа. Не дай Бог, но это может быть. Понимаете? И если придет эта минута испытаний, искушений, страданий, может быть, когда тебя будут распинать за Иисуса, давайте останемся верными ему до конца и дойдем до той точки, которую нам Бог определил. Потому что вот эти жалости, вот эти человеческие, мы иногда путаем церковь с каким-то клубом психологическим. Нам кажется, подождите, в нашем обществе все должны быть здоровы, никто не должен умирать, все должны жить по 100 лет. Нет, все здорово. Но правда жизни другая. Ученики Иисуса Христа умерли молодыми, за исключением Иоанна. Правильно я рассказываю или нет? Как вы думаете, они богатыми были? Много они заработали? Много они насобирали? Нет. И нам кажется, много у них там, они были счастливы в семье, наверное, у них были семьи, дети, автомобили, дома, да? Или нет? Нет. И когда вот мы читаем все это, понимаете, настоящий путь христианина – это путь отвержения, страданий. И Христос говорит: блаженно, вы малое стадо, вас будут гнать. Если вы настоящие, послушайте, может быть, тоже для кого-то откровение будет. Некоторые говорят, давайте мы будем хорошими везде, и нас будут по головке гладить. Если мы будем настоящими христианами, мы всегда будем неудобными для людей мира сего. И сейчас еще скажу более резко. И нас всегда будут гнать. Иногда мы будем страдать на работе, еще где-то в обществе, не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что мы христиане. Баптистский поп, как меня называют. Баптистский поп. И знаете, люди, аж у него в глазах аж злость. А я понимаю, что за этим стоит даже не он сам, а сатана, который где-то пытается провозгласить. Братья и сестры, если мы страдаем как христиане, Христос говорит: слава Богу, если вы страдаете как дети его, хуже, когда вы пострадали как вор. Или как нарушитель закона. То есть Господь нас благословит. И смотрите, так резко Христос отвечает Петру, потому что он четко понимал цель. Чтобы нам понять смысл и суть страдания Иисуса Христа, Голгофской жертвы, нам надо вернуться в Эдемский сад. Потому что если мы не понимаем первопричину, нам очень сложно понять, почему, зачем это нужно было сделать. Надо осмыслить всю глубину той беды, которая произошла там с Адамом и Евой. Давайте прочитаем. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог,
не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Смотрите, с каким вопросом подходит сатана к Еве. Заметили, какой вопрос он задает? Он задает вопрос. Ева, послушай, это что, правда, что вам Бог запретил от всех деревьев есть? Вы чувствуете, какая ложь? Как он искажает саму суть. Он говорит, слушай, Ева, ну ты же свободная женщина. Кто тебе может запрещать? Это правда, что Бог такой вот секой, что он тебе запретил кушать такие прекрасные плоды? Сатана, он отец лжи и всякой неправды. Не забывайте его суть. Знаете, Бог запретил есть только от одного дерева. Правильно я рассказываю или нет? Он сказал, всех деревьев можете есть, кроме одного. Но сатана всегда хитро подходит к нам, и вообще у него каждому человеку, мне кажется, свой подход есть. Он ищет какое-то слабое место у нас, искушает, и начинает нас в этой области искушать. Я сейчас не хочу перечислять разные схемы. Я думаю, что каждый из вас знает, где вы слабы. Знаете это место? И иногда нужно убегать от греха. Буквально в смысле. Иногда нужно вставать на колени. Иногда надо звонить другу, быть подотчетным. Вот я с одним человеком подотчетен, он мне позванивает, когда трудные минуты. И это помогает, когда ты понимаешь, что ты один не можешь, а кто-то за тебя начинает молиться. Ну, иногда ты не можешь группу написать молитвенную. Иногда в группу молитвенную нужно что-то писать. Иногда это личные молитвы. Знаете, друзья мои, есть места, где дьявол нас искушает. Потому что он отец лжи. Он хочет нас, чтобы мы упали, чтобы мы согрешили, чтобы мы отвернулись от Бога. И он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от такого дерева в раю. И Ева отвечает, нет, плоды из дерев мы можем есть. Мы можем есть только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог. Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Она и причину называет, чтобы вам не умереть. И смотрите, какой ответ говорит дьявол. Нет! Не умрете. Итак, смотрите, парадокс. Бог говорит, умрете, а дьявол говорит, нет, не умрете. Кому верить? Кому верить? Вот сейчас у нас такое вот раздвоение. Мы знаем, что Бог говорит. Мы знаем, что Бог в Слове Своем нам говорит, или нам в Духе говорит. Но часто дьявол говорит совершенно другое. Нет, 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 все будет хорошо. Нет, 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 все будет нормально. Какое искушение, какой обман, какое лукавство. Кому верить? Братья и сестры, кого вы слушаете? Бога или дьявола? Такой большой вопрос. Я хочу вам оставить его для размышления. Я понимаю, что вы хотите сразу сказать, нет, 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 я только Господу поклоняюсь, ему одному служу. Не торопитесь, потому что по плодам их узнаете их. Если ты в своей жизни поступаешь, как люди мира сего, по их правилам живешь, кого ты слушаешь? Бога или я? Кому ты больше доверяешь? Кому ты подотчетен? Там в Эдемском саду произошла вот эта катастрофа. Смотрите, Бог насадил сад, и он дал задание возделывать этот сад. И это очень, кстати, важная мысль, что Бог создал человека не для расслабона. Понимаете, многие сказали, подожди, Господь, я что, должен работать, возделывать сад? Это работа или нет? Это легко? Это нелегко. Возделывать сад, все садоводы понимают, да, о чем я говорю? Чтобы этот сад свел, размножался. Бог не создал нас для безделья. Некоторые говорят, подождите, я в нирване. Я условно говорю, я читаю слово, я ничего не делаю. Лопата моя стоит уже давно в гараже, потому что Господь придет осенью. Подождите, братья и сестры, слушайте внимательно. Возделывайте сад, трудитесь, потому что это Бог дает задание. Почему Бог дает задание что-либо делать? Бог создал человека, чтобы он делал то, что хочет Бог. Бог дал задание, и он хотел, чтобы люди делали то, что Бог им повелел, то есть были послушны тому, что Бог сказал. И только одно дерево посреди рая было запретным.
И Бог не обязан объяснять нам, почему и зачем от этого дерева есть нельзя. Некоторые говорят, а почему? Вот почему от этого дерева нельзя? Ну вот почему? Вот все деревья можно. Знаете, Бог не обязан нам объяснять. Некоторые, я просто хочу, чтобы мы не попадали в эту ловушку. Некоторые говорят, раз я не понимаю, почему, значит, я буду это делать по-своему. Ну, не по-своему, а за этим все стоит еще дьявол. Поэтому, если что-либо Бог сказал, Бог оставил это дерево для послушания. Для послушания. Не знаю, может, это было самое обычное дерево. Я не думаю, что оно как-то выделялось. Может быть, даже там были те же самые плоды, что висели на соседях. Вы никогда не думали об этом? Чуть некоторые представляют, что там какие-то особые плоды были. И может быть, это был, ну, условно говоря, яблоневый сад или грушовый. Все яблоки висели. Вот только одно дерево с этими же яблоками, Бог сказал, не ешь. Ну, я просто вам мысль даю для размышлений. Потому что Бог хотел, чтобы люди слушались Его, чтобы человек признавал высший авторитет над собой Бога. Вот что Бог задумал. Что Он хотел, чтобы мы признавали этот авторитет. И послушание делали то, что Бог хочет. Братья и сестры, себе я вам говорю очень важную мысль. Просто повернитесь к Богу. Даже там, где вы не понимаете, зачем и почему, в точности исполняйте то, что Он сказал. Я знаю, что это нелегко. Я знаю, это сложно верить в то, что мы не можем пощупать, пойти туда, где мы никогда не были. Но если Бог сказал, если есть эта заповедь, или 10 заповедей, или другой, ну, в Писании об этом ясно написано, братья и сестры. Мне говорят, подождите, эти заповеди устарели, они не современны, давайте все перепишем и отменим. Послушайте, братья и сестры, если Бог это сказал, значит, в этом есть глубокая тайная истина. И будем послушны Богу, в точности исполняем. Сатана вложил в сердце Адама и Евы такую мысль, что они могут как бы выйти на волю Бога. Вы заметили, что он пытается такую идею подсунуть? Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вы можете конкурировать с Богом. Я вот пытаюсь эту мысль сказать. Вы, люди, можете конкурировать с Богом. Вы будете как боги. И это была ложь. Это была наглая ложь. Потому что сатана точно знал, что люди никогда не могут конкурировать с Богом. Еще сатана знал, что Бог немедленно отвернется от них. И он это знал. Поэтому он их подталкивал к этому греху, чтобы они нарушили и сделали этот грех. Потому что грех, мы знаем, разделяет человека и Бога. Понимаете? И когда люди сделали грех, произошла великая катастрофа. Появилась пропасть. Попробуй съешь, подумаешь, я один раз нарушил Слово Божие. Ну подумай, ну Господь ты меня прости. Что произошло, когда Адам и Ева съели запретный плод? Проблема не в том, что они прикоснулись к плоду какому-то, да? Проблема в том, что они допустили в своем сознании, что Бог может их обманывать. Что они Слово Божие, говорит, наверное, Бог ошибся. Ну, я мягко скажу. Что-то Бог не так сказал. Он, наверное, как-то вот, может меня нас обманывает. Потому что нам дьявол говорит, что мы как боги, а Бог от нас это утаил. И вот эта мысль. Вот представьте такой пример. Думаю, какие примеры рассказать на эту тему. Представьте, что вы находитесь, ну, вот это вот, наша церковь, это ковчег спасения, стерильный комнат. Представили, что здесь благодать, спасение, здесь нету вирусов, микробов, ничего такого. И здесь мы живы, слава Богу. Кстати говоря, в тему причастия, мне часто понравилось, что неверующие говорят, слушайте, а вы как вы вообще пьете за одну чашу? А если кто-то болен? А если кто-то вообще такой страшной болезнью болен, так вы же можете все умереть, заболеть? Можем или не можем? Интересный, да, вопрос? Представьте себе, вроде по-человечески можем, но вот представьте себе, что церковь – это то место, где нету вирусов. Вот это вот тут святой присутствие Господне. Я верю, что если мы даже смертоносное выпьем, то продолжим, как в Библии написано, не повредит.
Вот даже если смертоносное мы выпьем, не повредит. Я верю, что даже если кто-то вот будет болен, мы не заболеем. И, кстати говоря, в истории нет ни одного случая. То есть почитайте интернет, где какая-нибудь община полностью умерла после причастия. Нету такого. Потому что я верю, кровь Иисуса Христа очищает, ну, и молитва очищает все, что может быть. Поэтому смотрите, вот мы находимся в стерильной комнате, как бы нам Бог говорит, не выходите за вот ковчег спасения, церковь, не выходите на улицу, там вы умрете, там вирусы. Но некоторые умники говорят, да ладно, что там пасторы учат, что там Бог говорит, пойдем погуляем. Открыли дверь, подхватили вирус и умерли, просто умерли. А почему? Потому что мы не приспособлены, мне кажется, Бог создал нас людей, чтобы мы жили в такой стерильной обстановке, где нет греха. И нам и не нужен иммунитет, потому что мы с Богом. Когда мы с Богом, нам не нужен иммунитет. Но когда мы согрешили, понимаете, мы вирус подхватили греха. Вот в чем проблема. Непослушание – это такой грех, который люди сделали грех, и они заразились этим вирусом греха. Это смертоносный вирус. И рано или поздно мы все умрем, возьмите за грех смерть. И Бог предупредил. Если вы согрешите и выйдете из этого послушания, вы умрете. И об этом даже Ева исповедовала. Нельзя нам есть от этого дерева, потому что мы умрем. Она четко, видимо, это понимала или услышала. По крайней мере, она это произнесла. Так как мы стали заражены грехом, мы не можем быть в присутствии рядом с Богом. Вот в чем проблема. Грех разделил человека и Бога. Грех, который мы совершаем, разделяет нас с Богом. Вот в чем проблема. У нас появилась пропасть. Между нами, людьми и Богом, образовалась огромная пропасть. И Адам и Ева, они умерли духовно, они моментально потеряли эту связь с Богом. И Бог даже был вынужден выгнать их из Эдемского сада, поставил ангела с мечом, чтобы они туда не вернулись, потому что там было еще другое дерево жизни, чтобы, не дай Бог, они не... вторую ужасную вещь не сделали. И смотрите, какие последствия греха в жизни Адама и Евы. Родились у них два любимых сыночка. Каин и Авель. И что произошло? Что мне напомнил? Вдруг Каин возгордился и озлобился на Авеля и говорит, и Богу как бы претензию говорит, подожди, Бог, я не понял, а почему ты жертву вот этого моего братишки принимаешь, а мою нет? Представляете себе? И дети Адама и Евы дошли до того, что Каин берет что-то в свою руку и реально убивает брата. Вот последствия греха. Как говорится, не надо долго ждать. Последствия греха. И смотрите, почему я это все рассказываю. Потому что у Бога был план спасения для людей. Он начался там. Может, даже еще до сотворения мира. Мы не знаем точно. Мы не знаем, как Бог мыслит. Как... Мы знаем точно, что 4000 лет вот от сотворения до Христа начался равно. Готовится вот этот план прихода Иисуса Христа, Спасителя. И Бог по своей любви и милости определил план спасения для человека. Сначала Бог дает закон Божий, закон Моисея, да? И через закон Бог показывает свой авторитет, и одновременно, что показывает нам Бог через закон? Что невозможно, ребята, его исполнить. Послушайте, 10 заповедей, Конституция. Ну, знаете их наизусть? Ну, многие даже не знают. Кто-то так кивает. Хорошо, а я спрашиваю другой вопрос. А вы его исполняете, этот закон? Стараемся. Хороший ответ, стараемся. Еще спрашиваю. А вы знаете хотя бы одного человека, который бы исполнил закон? Нет. Ну подождите, Иисус не трогайте, он Бога человек. Сейчас мы об этом поговорим. Вы человека, который родился от мамы и папы, от людей. Вы знаете, вот в чем проблема? Что закон невозможно исполнить. Бог как бы показывает вот этот авторитет, он показывает вот тот уровень святости, вот тот уровень, от чего они ушли. Он дает этот закон. И, кстати, есть глубокая мысль про закон. Если вы будете исполнять закон, тогда вы живы будете, говорит Бог. И вот я продолжу эту тему про вирус, да, про стерильную комнату. Вот представьте себе, что Бог дает закон, он как бы дает антибиотик. Мы вышли в этот мир, мы согрешили, но Бог дает нам раз инъекцию какую-то. Он говорит, пока вы будете пить или есть этот закон, пока вы будете поступать по закону, вы живы будете. Но как только вы
представляете, вы умрете. И до конца невозможно исполнить закон. Мы это знаем прекрасно. Употребляйте этот святой закон, если вы будете. И есть такие принципы библейские, которые вечны. Святой, да освящается еще. Подождите, разве моей святости мало? Вот если ты себя считаешь святым, тебе надо еще освящение. Святой да освящается еще, праведный жив будет. И беда и проблема закона в том, что закон не освобождал их от самого вируса греха. Вот в чем проблема. То есть это был антибиотик, но закон не освобождал от вируса греха. Возьмите за грех смерть. Поэтому рано или поздно мы все умрем, если мы остаемся под грехом. Поэтому нужен был Спаситель. Скажите, как его зовут? Иисус. Поэтому нужен был Иисус, чтобы решить эту проблему греха. И смотрите, два места про закон и про Христа. Они меня очень вдохновляют. Как-нибудь отдельно я буду об этом проповедовать. Закон был для нас чем? Детоводителем кому? Ко Христу. Дабы нам оправдаться чем? Верой. Вот для чего нужен был закон. Это он нас, чтобы привести нас, направить нас ко Христу. А оправдываемся мы верой. Еще одно место. Потому что конец закона... Христос. Еще раз, теперь вместе скажите. Конец закона... Христос. Конец закона Христос. К праведности всякого верующего. То есть Христос, когда пришел, это конец закона. Я говорю, об этом я как-нибудь буду подробно проповедовать, потому что это очень глубокая тема. И многие христиане говорят, так стоит ли нам исполнять закон? Не ну, вот видите, уже кто-то говорит, нет, кто-то да. Вот видите? Хорошо. А что Христос на эту тему сказал? Когда его спросили, помните, что он сказал? Если любите меня, то да. Вот. Ну, вы чувствуете, тема серьезная, да? Это не такая простая, как кажется. Смотрите, Рождество Иисуса Христа. Теперь мы подходим к самому вот, важному событию. Появляется мир Спаситель. Знаете, мы иногда за Рождеством недавно мы все праздновали. Вот за этим младенцем, подарками, елкой, я не знаю, пастухами, овечками. Мы теряем саму суть Рождества. В чем суть Рождества? Подарки. Подарки, да? Мы иногда, мы не понимаем. Для меня как-то по-новому прозвучало вот в это Рождество та евангельская песня. Напомню ее. Когда пастухи были в поле, ангелы поют и ликуют. И что же они пели? Внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу! И на земле мир человека благоволение. Какая чудесная песня. О чем пели ангелы? Представьте себе, воинство небесное, вот о чем они поют. Ангелы увидели Божий план спасения людей. И они как бы воскликнули, слава Богу, Бог нашел решение в Иисусе Христе. Слава Богу, Иисус родился. Слава Богу, Иисус пошел на землю. И по причине прихода Иисуса на земле будет мир. О каком мире здесь говорится? Что не будет войны? Нет, здесь не об этом мире. О каком мире здесь говорится? Мир придет в сердце человека, принимающего Иисуса Христа своим личным спасителем. Слава Богу, что на земле будет мир. В чем заключается мир Божий внутри нас? В людях будет благоволение. В людях будет благоволение. Личное присутствие Божье благоволение будет в каждом сердце, принявшем Христа. Помните, здесь же потрясающее место. Не знаете ли, братья и сестры, к вам обращаюсь, не знаете ли, что тела ваши, послушайте, кто это еще не знает, и не знаешь об этом? Тело твое, суть, как ты думаешь, чего? Храма, живущего в тебе Духа Святого. Который вы имеете вы от кого? От Бога. Денис, ты не свой. И представляете, какое откровение? В человеках будет мир, благоволение. И это поют ангелы. Благоволение. Запомните это слово. Оно такое немножко устаревшее, нам даже трудно понять. Какое благоволение? Интересно, что... Да, кстати, вот очень важный вопрос. А в вашем сердце или в нашем сердце живет Иисус? Вот вы сказали, вы храм живущего Духа Святого. А в вашем сердце Дух Святой живет? Надеюсь, что... Не, вы представляете, какой это ключевой вопрос.
Слушайте, вы открывали двери своего сердца? Вы когда-нибудь плакали о себе, о чем я сказал? Кто бы дал мне слезы раскаяния? Когда-нибудь вы сказали: Господь Иисус, я открываю двери своего сердца, войди в мою душу, в мое сердце, в мой дух. И я теперь не свой, я теперь твой. Господь, живи там внутри меня, и я внимательно буду слушать, что мне Дух Святой скажет, который внутри меня. Войдите в Слово Духом Святым. Насколько это важно? Братья и сестры, какая глубокая тема. Впустили ли мы свое сердце, свою жизнь Иисуса, Бога или Духа Святого? До Христа мы жили, как хотели, по своим правилам и привычкам. Но в Ветхом Завете что делали люди, когда они грешили? До Христа. Они брали ягненка, там, птицу, приносили в жертву и уходили, и продолжали грешить. Что делают современные христиане 21 века? Они идут в храм, платят денежки. Правильно я рассказываю? Или нет? Чтобы замолить свои грехи. Я немножко утрирую. И слава Богу, если это не про нас. Господи, я заплатил, я пожертвовал, я вот, и они выходят. Проблема в том, почему у нас такое несоответствие в стране. 90% говорят, мы христиане, и только реально, ну, разная статистика, есть 1-2, ну пусть 3% ходят регулярно в церковь, читают Библию, молятся, живут по-христиански. И то мы не знаем, сколько на самом деле. Представляете, какое несоответствие? А почему? Потому что люди вышли из церкви. Слава тебе, Господи, заплачено, пошел грешить дальше. Вот в чем проблема. Потому что если ты не пустил в свое сердце Христа, если Дух Святой не внутри тебя, а только снаружи, никаких денег тебе не хватит. Никаких жертв тебе не хватит. Если в твоей жизни нет Иисуса Христа распятого, если ты не пережил его встречу на Голгофе с ним, то ты христианин по названию, но не по сути. Ты не имеешь Христа. Ты не имеешь прощения, не имеешь жизни вечной. Это такие резкие вещи, которые я сейчас говорю. Ну, знаете, для кого-то, может быть, они будут отрезвляющие. И люди уходят горделивыми грешниками, продолжают грешить. И еще один пример, чтобы мы поняли, о чем речь. Почему нам невозможно людям самим себя спасти, как барон Мюнхгаузен из болота? Почему? Вот представьте себе, что Бог дает вам лампочку и говорит: вот в конце жизни вот эта лампочка горит. Вот сохрани ее и принеси мне. Ну, по какой-то причине эта лампочка разбилась. Было у вас такое? Разбили лампочку, вы начинаете оправдываться: подожди, Господь, я не виноват, меня толкнул, вот он меня толкнул, я нечаянно, вообще она сама взорвалась. Господь говорит: подожди, верни эту лампочку, целость не сохранится. Он говорит: мы не можем. И мы действительно мы не можем эту лампочку склеить. Но даже если мы ее склеим, мы ее не сможем снова зажечь. Она потухла, она разбита. Вот так и наша греховная жизнь, она потухла. И нам надо вернуться обратно вот этой целостности и святости Божьей. Но сами по себе мы этого не можем. Понимаете, в чем проблема? Вот проблема, почему нам нужен Иисус? Потому что без Христа мы все обречены на жизнь без Него, то место, которое создано не для людей, а для дьявола. Ад. Он не создан для людей. Но без Христа мы обречены идти туда. Без Христа мы все шли в это ужасное место, где нет Бога. Но рождается Бог, Иисус, в человеческом теле, чтобы покорить себя Богу, как это должны были сделать мы люди. И мы читаем: «Все вы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Иисуса, грехи всех нас». Господь возложил на Него грехи всех нас. И самое важное, что Иисус согласился и взял грехи на Себя. Одно дело, когда Бог сказал: слушай, сынок, иди умри за людей. Другое дело, когда Иисус сказал. Ну, мы опять по-человечески рассуждаем. Мы говорим: да, Господь, Бог, Отец, я послушаю Тебя, и я пойду, и я сделаю. Как вы думаете, это было легкое решение? Это было очень сложное решение. И мы читаем: Иисус изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Еще одно место из Нового Завета. И Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Христос сделал все то, что не сделал Адам. И поэтому не случайно Христа называют вторым Адамом.
Это опять отдельная тема, для, может, какой-то отдельной проповеди. То есть он был как бы вторым Адамом, он прожил эту жизнь, как должен был прожить ее Адам, то есть человек, то есть прожить и не согрешить. И вот крещение в Иордане. Христос приходит к Иоанну. Тогда приходит Иисус из Галилеи к Иордану, на Иордан, к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорит: мне надо накреститься от тебя, и ты не приходишь ко мне. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть так будет правильно. Иоанн восстанавливает: Господи, подожди, ты что не перепутал? Тебе не надо креститься, ты Бог. Он говорит: нет, подожди, я буду креститься. Почему Христос крестился? Показать пример. Но здесь еще один глубокий смысл. Смотрите, после крещения был глаз с неба, да, я напомню. Дух Святой не сшел на него в небесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий. То есть Бог с неба говорит: ты сын мой возлюбленный, в тебе мое. Помните это слово, которое ангелы пели? Опять мы встречаем это удивительное слово. Бог говорит: в тебе мое благоволение. В людях будет благоволение. И еще это слово мы один раз встречаем. Кто мне подскажет, где? Я вам напомню. Преображение Господне. Наша церковь преображение, да? И когда, ну я не буду эту всю историю читать, напоминать финал этой истории. Когда он еще говорил: все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголища. Опять Бог там с неба что-то говорит. И опять он говорит: сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Слушайте, какая глубокая тема Рождества, крещение, преображение Господне. Божье благоволение, благая воля. Господь послушный своему небесному Отцу. И Христос исполнял благоволение Божье. Не в людях благоволение, но в Иисусе мое благоволение, говорит Бог. Через водное крещение Он показал, что умер для того, чтобы конкурировать с Богом. И, наверное, Иисус мог сказать: Бог, может быть, Отец, мне не надо креститься. Но Он смирил себя. Я буду креститься, как человек, показав пример. Я не хочу с тобой конкурировать, потому что так будет правильно. И Бог говорит: в этом мое благоволение. Я подчиняюсь тебе, Бог, во всем. Не моя воля, но твоя да будет. После крещения, помните, Христос пошел в пустыню. Опять, почему он там оказался? Что он там делал? Что он провозгласил в духовный мир? Почему нужно было вот эти 40 дней поста и молитвы? Чтобы показать духовному миру, что он, Иисус, отказался от атрибутов Бога и смирил себя до уровня человека. То есть подчинил себя полностью Богу. В пустыне вы свидетельство всем нам, людям и духовному миру, Иисус говорил. Помните, когда дьявол его искушал, что ему ответил Иисус? Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И живя на земле, Иисус постоянно провозглашает много раз в Евангелии, вы это видите. Я не свою волю исполняю, но волю кого? Отца моего небесного. То есть Иисус прожил эту жизнь, исполняя волю небесного Отца в послушании. Не на все, наверное, вопросы даже у Иисуса, наверное, были ответы. И много раз он, мы сейчас еще дойдем до этой молитвы в Гефсимании, когда он говорил: может быть, Господи, как-то можно изменить что-то в моей жизни. Я не готов, ну и так далее. Или что-то его там пугало, смущало. Но он просто был послушен до конца. И вот кульминация происходит на вечере. Мы подходим к заключению, да, к самому главному. Взял хлеб и благодарил, преломил, подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря: сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Тело мое, которое за вас предается. Чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Человек сам не мог восстановить и снова вернуть эту лампочку, чтобы она горела. И это сделал Иисус. Он как бы заново прожил эту жизнь.
Он, ну, если такое можно сказать, сотворил эту лампочку и снова ее вернули, чтобы она загорелась. И Господь Иисус прожил эту жизнь вместо нас. И теперь остается заплатить за вашу ошибку, за этот грех. И мы знаем, что плата за грех, или возмездие за грех, что? Смерть. И он говорит, я Иисус, я сам вместо вас пойду на крест. Только одно прошу вас, братья и сестры, вот теперь самая, может быть, мысль, которую я хочу вам сказать на причастие. Для меня она прозвучала немножко по-новому. Каждый раз, когда вы берете хлеб и пьете глоток вина, вспоминайте, что на этом месте вы должны были быть. Я наказан за вас. Я умирал за вас. Я проливал свою кровь за вас, чтобы вы этого не делали. Наказание мира нашего было на нем. Поэтому причастие – это очень трогательный момент, когда мы вспоминаем наказание Иисуса за нас, грешников. Он не должен был умирать, но он это сделал. Он мог не платить за нас эту высокую цену, но он заплатил. Он прожил эту жизнь. Он был искушен во всем, кроме греха. То есть он был искушен, но не согрешил. И он умер за нас, чтобы мы этого не делали. Теперь я, Иисус, за вас это делал. Я умираю за вас. И вот он последний, перед распятием, он стоит около камня в Гефсиманском саду, молится. Мы читаем, что был пот, как капли крови. Лопались вот эти сосуды. Представляете, какое нервное потрясение. Что пугало Иисуса? Что пугало Иисуса? Иисус боялся, что Бог, Отец, отвернется от Него. Потому что, ну, боялся потерять вот эту связь с Небесным Отцом. И Иисус знал, что Бог не может быть рядом с грехом, поэтому Иисусу надо было взять всю нашу вину. Но иными словами, у Сергея даже песни есть, старые песни. Вот, когда он первый раз пел, мне сказал так, мне как слух резало. Сережа, как там слова, что я пишу на кресте, там я убийца, я блудник, прелюбодей. Я помню, даже там кто-то подходил и говорит, что ты песню написал? Ну, как? Не богословские слова. Да, не богословские, ты как ты Христос, ты прелюбодей, вор. А вот нечто подобное происходит, я хочу, чтобы вы это поняли. Там, где в Гефсимании на кресте, когда Христос висит, Бог как бы говорит, ты убийца, Иисус. Ты вор, потому что он взял грехи эти на себя, понимаете? Это ужасно. Вот Иисус висит, вот вы понимаете, вот это состояние? Он взял грехи наши, всех людей, всех поколений, всех убийц, всех насильников, всех... Ну, я не хочу так вот сейчас перечислять эти грехи, потому что ужас, что происходит в этом мире. И за все это заплатил Иисус своей кровью. И поэтому у Иисуса был вот этот страх, ужас, Господи! Может быть, как-то по-другому. И помните, кульминация. Он висит на кресте, и он возопил громким голосом. Боже! Боже! Для чего ты меня оставил? Вот это момент, когда Бог оставил его. Вот под тяжестью этих грехов. Всех людей, всех поколений. Страшная минута, вот это отвержение Богом. Ну, слава Богу, что Иисус не согрешил, потому что мы читаем, что он испустил дух, да? Вместо нас сошел в места преисподние. Но так как он, Иисус, не согрешил, Бог воскресил его оттуда. И таким образом Христос взял вину на себя, которую мы должны были понести. И началась новая эра христианства. И теперь, чтобы получить прощение грехов и жизнь вечную, что надо сделать? Заплатить надо? Животных надо приносить? Нет. Точно платить не надо ничего? А закон надо соблюдать? Провокационный вопрос задает. Надо стараться, как кто-то сказал. Мы будем стараться. Мы будем стараться, но мы его не исполним. Все равно вы не исполните закон. Нам нужен Иисус. Нам надо веровать в Иисуса Христа. Последний слайд. А, вот написано. Мы помолимся. Братья, давайте вместе это скажем. Всякий верующий в Иисуса Христа имеет прощение грехов и жизнь вечную. Всякий верующий в Иисуса Христа, нам нужен Иисус. Нам надо поверить, что Иисус Христос за меня на Голгофе умер. Нам надо вот эти слезы раскаяния, когда ты встанешь перед Богом на колени и скажешь, Господь Иисус,
Я признаю себя грешником. И ты за меня умирал. Вот что надо. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет прощение грехов. Почему? Потому что мы хорошие. Потому что Иисус за это заплатил. И Он имеет жизнь вечную. Почему мы этого заслуживаем в жизни вечной? Нет. Потому что Иисус приготовил нам место. И Он все сделал вместо нас. И в этом суть и смысл причастия. Когда мы берем хлеб, когда мы пьем глоток вина, для нас это такие знаки, что Христос был наказан, умер за нас. Братья и сестры, знаете, мы привыкаем к причастию, но я хочу, чтобы мы с глубоким трепетом, со смирением приходили к этому. Это очень серьезно. Это очень серьезно, что происходит в момент причастия. Мы не просто едим кусочек хлеба, мы не просто пьем глоток вина. Мы смерть Господню возвещаем. Давайте мы помолимся. И как всегда я призываю к молитве. Вы можете стоя молиться на своем месте. Но если кто-то хочет впервые, может быть, помолиться, покаяться и сказать что-то Господу около алтаря, около креста, выходите сюда. Иисус, слава Тебе за то, что Ты на Голгофском кресте принес Себя в жертву. Ты смирил Себя до смерти крестной. Ты был послушен Своему Небесному Отцу и дошел до креста, где Ты умер за нас, где Ты пролил Свою Святую Кровь за каждого из нас. Господь, и мы люди, мы грешники, мы так много согрешаем, но мы верим в Тебя, мы принимаем веру, оправдание, очищение, освящение. Прости нас и омой кровью Иисуса Христа, Агнца Твоего, очисти и освяти. Обнови наш дух, нашу душу, наше тело. Господи, чтобы мы были Твоими, не только на словах, но по сути, чтобы мы жили, как Ты этого хочешь, во имя Иисуса Христа. Благослови. Благослови тех, кто еще не принял Тебя в свое сердце. Благослови тех, кто готовится к крещению. Благослови тех, кто находится в искушении. Благослови тех, кто живет в грехе. Господи, помоги, чтобы мы оставили всякий грех и всякую нечистоту. Чтобы мы осветились и очистились и веру приняли Тебя в свое.